В российском посольстве в Париже состоялся дипломатический прием по случаю 70-й годовщины победы во Второй мировой войне от имени послов России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана. В Российском центре науки и культуры в Париже французской публике был представлен первый кинопроект союзного государства – художественный фильм «Брестская крепость». Эта картина уже была хорошо встречена зрителями разных стран, получила много кинематографических наград. Накануне Дня Победы «Брестскую крепость» показали в двух французских городах. Вслед за Парижем картину увидели зрители Страсбурга.